что ж, а мы продолжаем нашу программу. Красота – страшная сила, особенно если применяете ее в службе исполнения наказания. А так ли это, узнаем сегодня у наших гостей. Сегодня у нас в студии мисс УИС, старший лейтенант внутренней службы Анна Тюлькина. Доброе утро. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Да, Ань, ну вот, во-первых, у нас сегодня день отца, мы отмечаем в нашей студии. Вот у вас есть уникальная возможность. Поздравить, да, я хочу поздравить свою папу с праздником. Он у меня единственный такой любимый, хороший. Поэтому, папочка, я тебя поздравляю. Ань, скажите, пожалуйста, а папа у вас тоже есть системы исполнения и наказания? Да, он тоже система, он уже полковник в отставке. То есть он пошла по стопам отца? Так, можно так сказать, да. Хорошо, Анна, а расскажите, а в чем заключается ваша работа? Что вы делаете? Украшаете? У меня очень важная миссия. Мы осуществляем набор кандидатов на службу. Угу. То есть непосредственно работаю с кандидатами. Проверяю по всем справкам для личного дела, на судимость, не на судимость, потому что работа у нас очень сложная. То есть непосредственно работа со спецконтингентом. Ну и в моих руках очень многое. От вас зависит, многое. Да, да, да. А скажите, давно вы поступили на службу в уголовную исполнительную систему? На службу я поступила в 2014 году, сразу после окончания института. Начинала свою службу с наблюдательной вышки, как говорится, с младшего инспектора отдела охраны. Потом посчастливилось мне перейти в отдел кадров и работать с кандидатами, то есть непосредственно с людьми. Анна, вот помимо работы вы еще чем-то занимаетесь? Может быть, у вас хобби какое-то есть, увлечение? Ну, да, конечно, я с детства занимаюсь танцами, то есть все свое время свободное. Раньше я посвящала танцам, занималась и хореографией, и восточными танцами. Ну и сейчас, конечно, я продолжаю заниматься, но уже чисто как для себя, не более. А тогда, Ань, ваш любимый танец какой? Ламбада. Бачата. Слушайте, ну здесь, наверное, много моих любимых танцев, потому что непосредственно я, все у меня были постановочные номера для публики, энергичные танцы. А вот вы еще до этого участвовали в конкурсах красоты каких-нибудь? Да, я не раз участвовала в различных конкурсах. Это были конкурсы и Мисс Златоуст, потому что я жила в Златоусте раньше. И последний конкурс, который я выиграла в 2015 году, это проходил он в Миассе на Тургайке. Мисс Золотой пляж. Ну вот смотрите, а почему? Вы не хотите, допустим, связать дальнейшую свою жизнь, не знаю, с модельным бизнесом? Раз выигрываете. Может, уже пора? Или все-таки исполнение? Нет. Служба исполнения наказания? Как-то нет. Все-таки я выбрала мечту с детства и поступила на службу. Это может быть чисто как хобби, не более того. Потому что красота, она имеет свойство угасать. А работу надо работать. А работу, да. Анна, а красота вам как-то в работе помогает? Ну, если только мои женские чары как-то. Вот приходит человек устраиваться на работу, она говорит, вы уверены, что хотите работать в службе исполнения наказаний? Именно так. Ну, скажите, пожалуйста, вот выиграли свой профессиональный конкурс, да? Какая-то специфика есть вот именно, или это точно такой же конкурс красоты, как и везде? Расскажите. Ну, в чем отличие его от остальных, допустим? Нет, это вообще вот не как все. Это не просто красивая фигура, виляние бедрами и приятная внешность, показ своих платьев. Что еще? Нужно было у нас много чего сделать. У нас было два этапа. Первый этап мы стреляли, бегали, плавали, показывали боевые приемы борьбы, то есть спортивную сторону свою отражали. Ну а вторая, и, естественно, у нас сначала было 23 девочки, когда мы пошли участвовать сначала в конкурсе. Потом после стрельбы их осталось 15. Конкуренты. После рукопашки. И так вот я осталась одна. Нет, это шутка. Естественно, у нас было... Вы не только красивые, но и самые сильные, как оказалось. У нас 9 девочек осталось уже к финалу, и на финальной части мы показывали... Пока представляли свой край, также мы представляли свою профессию, переозвучку фильма была у нас, ну и свои таланты как-то. Помимо этого, нам нужно было еще выучить полонез, это танцы. Да, мы знаем, что такое полонез. И вальс. Это тоже танцы, Степа, я тебе говорю. А я тут задумался, вальс, где-то я слышал это слово, вальс. Да, ну одним словом, ну это такой полноценный конкурс, да, сколько вы стреляете? Я выбила 25 очков. Три выстрела, на... да? Нет, не три выстрела. Ой, если честно, ошибаюсь. У нас было 8 выстрелов. Из 8 я попала 6.
Вот это уже хорошо. Общий результат я не могу сказать, потому что не помню. Хорошо. Спасибо вам большое. Ань, мы поздравляем вас с победой в таком сложном конкурсе, как мы уже... Да, и поздравляем вас с тем, что вы с удовольствием ходите на работу и доставляете удовольствие всем, кто приходит к вам на работу. Спасибо. Ну, а я напомню, что у нас в гостях была мисс Уиз Анна Тюлькина. Да. А как держать себя в форме? Как сохранить красоту? Как взбодриться утром? На все эти вопросы у нас есть один ответ. Смотрите рубрику «Зарядка».